Всем привет, друзья! Этот видеоролик о том, как правильно сделать топорище для топора, чтобы оно стояло там вечно и радовало вас. Значит, сначала нужно купить топорище за 60 рублей. Дело происходит в России, так что стоимость, ну, можно сказать, 3 копейки. Вытащить топор из старого топорища. Вот оно такое разбитое, разломанное, рассохшееся и так далее. Значит, основная проблема того, что оно рассыхается, в том, что древесина, которую мы покупаем, она влажная. Значит, что нужно сделать? Во-первых, нужно по конусу топора вот здесь вот зачистить. Я это делал с помощью болгарки и насадки на нее. Насадка, ну, вот какая-то, вот они лежат у меня. Вот такая. Бз-бз-бз. И примерную, ну, вот вы смотрите на овал. И делаете такой же овал вот здесь. Дальше вы прорезаете вот таким вот образом болгаркой. Я тоже это делал с помощью диска для керамики. Ну, он хорошо и с металлом справляется. Ой, с металлом, с деревом справляется. После этого вы на неделю должны положить это топорище на батарею, чтобы оно просохло. Именно просохло, потому что та влага, которая в нем осталась, со временем из него уйдет. И, естественно, он начнет болтаться в вашем топоре. Поэтому вы его сушите. Дальше мы готовим клинья из дерева. Один клин вот такой, ну, соответственно, чуть шире, чем здесь. И два поменьше сюда и сюда. Вот такой вот клей. Обычно ПВА использовать, ну, столярный посерьезнее будет. Забиваем. Ну, дальше в процессе сейчас покажу. Да, друзья, еще топорище само у вас должно входить сюда. Ну, вот оно входит в топор. Ну, а дальше чуть-чуть можно подбить. Дело в том, что сам топор устроен таким образом, что здесь, куда мы засовываем топорище, уже, чем здесь. Это сделано специально для того, чтобы, когда мы его с этой стороны расклинили, он хорошо держался в топоре. Значит, поэтому мы делаем, чтобы оно входило сюда, ну, под таким вот натягом. То есть, вот вошло, ну, а дальше уже подбиваем. Ну, для этого вам ничего военного не понадобится. Понадобится ваш с топорищем, молоток, ну или отмашка. Расширение, да, что было здесь? Отсюда там что-то. Так они, ну, наоборот, делают на расширение здесь узко, а вот здесь широко. Для того, чтобы ты его здесь расклинивал и он вставал. Итак, друзья, напиливаем вот такой вот клин. Готовим клей. И два маленьких клина сюда и сюда. Ну, такие, я думаю, пойдут. Итак, друзья, забил клины. Ну, понятно, что они чуть растрепались, но не суть. Там клей, клины, все это дело высыхает. Здесь подрабатывать, отпилить немножко надо будет. Я в ролике покажу. И надо будет обработать само топорище каким-то материалом, типа масла или солярка, для того, чтобы из него влага не выходила. Так, друзья, ну вот что получилось с нашим топором. Я считаю, что все отлично. Теперь зачищаем вот эту вот, отпиливаем штучку, зачищаем верхнее, что тут у нас получилось. Зачистим еще сам топор и покрасим его в черный цвет вместе с ручкой.
Ну, как вы поняли, у меня навернулась болгарка во время работы. Но это уже другая история. Посмотрим, что там сломалось. Раскрутим, попробуем ее починить. Сам механизм, ну, работает. Что-то задымилось. А ввиду того, что нет у меня другой болгарки, решил вот так и оставить топорище. Единственное, есть шуруповерт. Сейчас попробую зачистить сам топор, ну и покрасить. Итак, друзья, что я делаю? Значит, это дело все я смазал маслом, обычным машинным. Саму ручку, сам топор немножко. Теперь вот такая у меня есть грунтовочная жидкость, которая ржавчину предотвращает. Конечно, по-хорошему вот это все надо бы убрать, эту ржавчину с топора. Но мы делаем по-другому, потому что сломалась болгарка. Еще раз проходим все это дело, обезжириваем. Еще раз, что нам важно. Важно, чтобы сама ручка как можно дольше сохранила свою влагу внутри, чтобы она вот здесь не рассохлась. Обезжирили. Берем еще поролона немного и наносим грунтовочный состав, после чего даем высохнуть и красим. Видим, что довольно маслянистое после масла у нас топорище, да и сам топор. Но мы это все равно проделаем. Вот что получилось в итоге.